Приостановлены переговоры о вступлении Турции в ЕС. У Турции пока не отзывают статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за сделки по беженцам. Переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге. Кроме того, прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Министерское заявление было сделано через два дня после победы Реджепа Тайипа Эрдогана, заручившегося поддержкой 52,5% голосов избирателей, на выборах президента Турции. Критику Запада снискали, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследование журналистов, правозащитников и ученых. Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс сможет быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства. Переговоры фактически зашли в тупик, отмечается в документе. Одна из причин, по которой за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление, это заключенная с ней Евросоюзом сделка по беженцам. Согласно достигнутым договоренностям, ЕС уже выплатил Турции 3 из обещанных 6 миллиардов евро. Средства, среди прочего, должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 миллионов беженцев. Ранее МИД Германии заявил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган. Источник: русская служба Deutsche Welle. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.